Швеции, из Финляндии. Добро пожаловать на кухню у Фирузы. А вот здесь будем собирать крапиву и сделаем зеленью с крапивой, с разных лечебных трав, пирожки. А в Узбекистане это называется конвертики. Ну, это я перевела на русский язык. Для полезных суперконвертиков у нас вот столько зелени. И добавляем сюда еще соль, перец, 100 мл растительного масла. Я добавила еще тут зеленый лук. И у меня сегодня красный лук. Из этого всего, сейчас это все я предварительно помыла. Крапива, иван-чай, листья одуванчика. Тут у меня подорожник, лебеда и очень ароматная. Ай, а листья черной смородины. Приступаем. Порезать мелко и предварительно посыпать солью, чтобы горечь вышла. Вот одуванчики я порезала и посыпала солью. Зелень все нарезаем мелко. Отправляем лук, теперь отправляем репчатый лук, здесь одуванчики, которые пораньше я нарезала и посолила, сейчас буду отжимать. Надо сначала жамкать лук. Можно с этим одуванчиком вместе. Таким образом. И сюда же наше растительное масло. И все таким образом мешаем. Вот все намешали. Зелень, она пышная, осела. У меня заранее приготовленное тесто. До того, как нарезать зелень, я приготовила. Приготовление обычного теста вы все знаете. Соль, вода. Это проще простого. Самый простой рецепт приготовления теста. Если вы хотите посмотреть, я оставлю ссылку под видео. Посмотрите. Будем раскатывать.
того, как раскатали, будем складывать вот так вот змейкой и начнем резать. Будем резать квадратиками, чтобы делать конвертики. Вот таким образом. Второй раз будем накладывать друг на дружку. Резать такие квадратики. И все будем раскладывать по столу и будем накладывать начинку. Вот наша начинка. Начнем накладывать начинку. У нас тут сырая начинка. Как для салата приготавливаем, также приготовили. Ничего не жарим. Витаминов, чтобы сохранилось получше. Вот таким образом. 6 дозы. Вот таким образом. Я люблю, когда очень много начинки, потому что эта зелень все равно осядет. Таким образом будем лепить. Будем немножко нажимать, чтобы воздух выходил. И вот такие вот наподобие конвертика получаются. И ставим на противень. Вот так вот. Слишком друг на другу не делаем, друг на дружку тесто, чтобы снизу толстое тесто не было. Буквально вот таким образом. Вот такие супер полезные конвертики. Тесто тонкое, начинка видна. Вот. Перевернули и положили вот таким образом. Вот. Перевернули. Вот, дорогие друзья, ничего сложного здесь нету. Сейчас наши конвертики я поставлю в духовку, предварительно разогретую на 250 градусов, потому что я не хочу, чтобы пережарились витамины. Наши конвертики уже начали подниматься, и аромат стоит не передать. Эти супер конвертики еще можно жарить на сковородке. Только на самом низком нужно жарить. На низком, закрывая крышку, будем жарить с одной стороны минут 3, а потом перевернем и с другой стороны. Наши конвертики подрумянились, скоро будем доставать. Здесь наши конвертики тоже уже почти готовы. Дорогие друзья, наши конвертики готовы. Можно намазать, пока они горячие, растительным маслом. А если кому-то нравится, может мазать сливочным маслом, предварительно растопленным сливочным маслом. Наши конвертики на сковородке тоже уже подрумянились. Тонкое тесто, прям начинка видна вся. Дорогие друзья, все у нас уже готово. Это то, что мы пекли в духовке.
Сейчас будем пробовать. А это то, что мы пекли, жарили на сковородке. Будем пробовать. Попробуй. Вкусно. Зелень вся видна. Тесто тонкое. Вот снизу тоже поджарилось хорошо. Это и полезно, и вкусно. Всем приятного аппетита!